Всем привет, друзья! Это видео сегодня предназначено для жителей нашего поселка и окрестных ближайших деревень. Вот предлагаю продажи поросят вьетнамской веслобрюхой свиньи. Поросятам 1 месяц и 10 дней. Такие вот отличные крупненькие поросятки. У меня тут находится 8 самочек и 3 кастратика воровка. Ну, отличные, нормальные поросята, шустренькие, вообще такие, ну, немножко пугливые, так как буквально недельку назад я кастрировал боровков, и, ну, они тут у меня перепугались что-то. А так вот отличные, до сих пор еще питаются молоком свиньи, и параллельно кормлю их комбикорм, смешанный с отрубями. Поэтому поросята такие жирненькие, упитанные, вон такие висят подбородочки у них, нормальненькие. Если кто-то желает, обращайтесь, звоните на телефон. Телефон оставлю в описании, приходите, приезжайте, кому надо, забирайте. Отличные, нормальные поросята. Это у меня последняя партия поросят. Пока делаю перерыв, так как перехожу более плотно на птицу. И у меня не хватает помещений для содержания поросят. Совместно с птицей держать поросят не очень удобно. Вот. Вот такие вот они нормальненькие. Крупненькие. Самочки все серые. Черные, только у нас один вот этот с белым ожерельем, вот этот боровок, и два черных еще боровка кастратика, а остальные все девочки. Свинья крупная, харитона. Если смотрите мои видео, отца увидели, тут еще в два раза крупнее. Вот недавно я его забивал, но весом был где-то 100 килограмм, мясом где-то 80 килограмм вышел. Нормальный для вьетнамской свиньи, нормальный, отличный вес. Так что пишите, звоните. Буду рад всем ответить. Задавайте какие-то вопросы. Всем до новых встреч, друзья. Подписываемся на канал, смотрим новости Зауральского подворья. Всем пока-пока.